Сейчас, друзья, поделится кратким свидетельством брат-узник Александр Спиридонов. Пожалуйста, я приглашаю вас сюда. А затем, после свидетельства брата, участие в братской группе пения «Не стучишься в окошечко, пташечка». Автор Евгений Никифорович Пушков. Ну, меня зовут, как брат сказал, Александр Спиридонов. Родился в 50-м году, покаялся, когда бушевал атеизм, в 73-м году, когда мне было 23 года. В этом году я получил рождение свыше. Ну, и был рад влиться в братство это. Ближе, да? Ну, с радостью я это влился в это братство. Почему? Потому что на моих глазах, мы тогда еще были молодежью, и на моих глазах в Фергане мы тогда еще жили, проходили в Фергане суды, Куксенко был в тюрьме тогда, и Лангин Петр Тимофеевич также был, Александр Семенович Мухин, все они были в вузах. И вот когда эти отцы горели на жертвеннике, и бывало, что когда сгорали, тогда заменяли их места сыновья и дочери. И огонь на жертвеннике, он сгорал и не погасал. Слава Богу за это. Ну, я скажу так, признаться, если мы тогда молодежью, когда в наше время было это горячее время, мы тогда, скажу больше всего, немножко завидовали братьям нашим, отцам нашим, потому что Бог удостоил их быть за стенках, за слово Его. И я тоже был из таковых, которые, эх бы, и мне там побывать. Ну, Господь исполнил это желание мое сердце. Не тогда, когда я был еще молодым, но когда уже женился, ну и когда у нас пошли дети, ну и Бог не обошел мимо, когда у нас было уже 7 детей. И вот тогда пришли однажды, забрали. Ну и когда этот раз еще жены в это время не было, она была в городе по делам своим. Я был в отпуске, ну и нас забрали, меня. Я успел только участковому в Херсоне, мы тогда жили, в селе Антоновке, сказать, разреши зайти в школу, чтобы сказать детям, что отца увели, чтобы они пришли и с малыми детьми были еще. Ну, участковый разрешил, и тогда, когда мы предстали перед этим следователем, знаю его, Филиппов звали, имя отчество забыл, худой такой, высокий. Ну что, говорит, Александр Сергеевич, они все так по имя отчеству, так это располагающе говорили, меня так никогда не называли, а вот враг почему-то называл. И почему ты пошел в Берислав? Ведь я как-то тебе хотел было уже дело закрыть. Зачем ты пошел туда на общение? Я говорю, как же мне не пойти? Потому мы и не приветствуем законодательство о религиозных культах, где нужно бежать к уполномоченному, разрешение просить у них, разрешите нам пойти в тот город, или поехать, или сказать там проповедь, все это с разрешением атеистов и безбожников. Почему мы должны спрашивать это? Это участь наша. И мы должны ходить и посещать друг друга, и радоваться, и скорбеть также за имя Бога. Ну и вот когда он был и с моим замполитом этим на работе, и у него секретарь сидел, человека 3-4, и когда он сказал, что именем закона вы, Александр Сергеевич, арестованы, и почему-то такое минутное молчание были, они все смотрели на меня такими глазами, что я потом только понял, что не ожидали от меня, что я упаду в обморок или, допустим, скорую надо бы вызывать. А я встретил это с улыбкой на устах и
Слава Богу, что Бог был со мною. И я говорю, вы немножко опоздали. Бог опередил вас. Мы уже были готовы к этому случаю. Жена и я. И поэтому для нас это неудивительно было. Мы только просто ожидали. И вот ожидание наше сбылось. Ну, я скажу, братья и сестры, мы шли в те времена, вот, за стенку с радостью, я бы сказал. Потому что за имя Бога мы шли. Не за какие-то поступки, там, воровства или кому, или тому подобное, а вот шли за Бога нашего, который создал нас и который является нашим спасителем. И помню еще, когда прокурор, когда я выходил уже, и в коридоре говорит, ну что, у них как будто сценарий это был уже подготовлен, что ли. Ну что, Александр Сергеевич, у тебя жена, 7 детей, неужели ты не хочешь домой? Подпиши только свою, эту ж, подпись свою подставь, что ты не будешь больше ходить в собрание и живи со своей семьей. А я ему так в глаза говорю, да нет, товарищ прокурор, я лучше отсижу, но буду братьям и сестрам смотреть прямо в глаза. Тогда именем закона в СИЗО его. Ну и повели. Ну потом могу кратко рассказать, что слава Богу, что Бог был с нами. Вот он, как он и с израильским народом был спереди, и сзади окружал. И вот как братья напоминали, что вот и море раздвинул, и это море стояло стеною по одну и по левую сторону, и по правую сторону. Они прошли по суху, и по Иордану тоже так же прошли. И вот так же Господь миловал и нас, и дал нам эту, можно сказать, святую частицу возможности побыть там, в застенках. Еще один рассказ, еще случай расскажу, что когда нас в зоне уже, ну, вывели там человек, ну, отряда 3-4, и пришел замполит этой зоны, ну и потом посмотрел так на всех, ну и увидел меня почему-то, говорит, осужденный такой-то, такой-то, выйти из строя. Ну я вышел. Он говорит, почему у тебя нету значков различия? А там значки там такие вот цепляли себе, те, которые приступили к какое-то вот, ну, нарушение закона там, или убили, или своровали, или еще тому подобное. А я говорю, а я своих деяний не сожалеваю. И на путь исправления не стал и вставать не буду. И он говорит, молодец, я смотрю, ты. И вас, говорит, гнали еще со времен Иисуса Христа, говорит. Только имена вы меняли вот по разным столетиям. И однако же вы остались твердыми. Я ему так говорю, благодарю за ободрение. Ну, потом еще хочу один случай сказать и на этом закончить, потому что время. Когда я был в тройнике, этот тройник, это было, ну, примерно, скажу так, 2 шага в ширину и, может, 4 шага в длину. И 4 там койки двухъярусные. И я так молился, Господи, я хочу, я же знаю, что мне предстоит предстать пред судом Кесарева. Я бы хотел, чтобы ты меня благословил. И я хотел бы, чтобы было много народу, и чтобы засвидетельствовать тебе о тебе и любви твоей, вот мое желание. Я так 3 дня переживал за это, и еще так у меня мысль такая прошла, Господи, еще неплохо было бы, если бы этот суд проходил 25 декабря. Думаю, а сам такой другой голос, видишь, чего ты захотел? День праздника, рождение Господа своего. Но я так не смело так сказал эти мысли про себя в молитве. Ну и на этом так вот 3 дня переживал, а потом почему-то покой такой ощутил, радость внутреннюю. Ну и вот пришло когда время, когда сказали, Спиридонов такой-то, такой-то, выйти. Я говорю, как? Со скаткой, с матрасом? Нет, говорит, без вещей. Но я понял, значит, куда-то или на допрос, или куда-либо.
Но потом гляжу, выводит на улицу, сажает воронок. Помню, тогда еще такая погода была. Снег пушистый такой, большой, мягкий такой, падал. А я в тех условиях почему-то забыл, там не считают дни. Ну, и потом этих вояк спрашивали, говорю, а какое сегодня число, куда меня везут? На суд, говорит. А какое число, говорю? 25 декабря. И я только тут вспомнил, Господи, оказывается, ты знаешь и все движения мыслей наших. И если не угодно тебе, то ты исполняешь их. Ну, я уже к этому суду уже был готов, морально так успокоился, захожу, Бог еще мне ответил на молитву. Гляжу, это на работе у нас было, ну, домостроительный комбинат у нас, народу там было где-то около 4000, и поэтому залы там большие были. Захожу, гляжу, там народу столько собралось, ну, человек 300-400. Гляжу, так, наших никого нету. Но заметили в углу только одну такую пожилую сестру, Клавдию Ивановну Рахиль. И все. Думаю, жены тоже нету. Ну, но так уже понял, что, значит, по всей видимости, закрытый. Но народу все равно много было. Ну, и Бог мне положил на сердце такое, когда мне дали слово, я говорю, граждане судьи, все присутствующие, чуть ли их назвал братьями и сестрами, почему-то я подумал, что я нахожусь в собрании. Я говорю, если бы были сердцевидцы вы и заглянули в мое сердце, в разум мой, если прочитали бы мои мысли, то вы, к удивлению вашему, может быть, прочитали, что во мне сейчас я ощущаю мир, покой и радость. А знаете почему? Потому что я предстаю перед вами в день рождения моего Господа в этот мир. Потому что весь мир теперь празднует рождение Господа нашего Иисуса Христа. Они так лежат, все перешептываются, как неужели сегодня? Ну, они-то, может быть, и опоздали, а Бог не опаздывает. Он посылает все то, что если оно все по воле Его. Ну, и скажу, что вот как мы тогда вот горели судами молодежь и заменяли отцов наших желанием. И если, как вот я и сказал, что жертвенник, если на жертвеннике дрова уже кончались, если потухал огонь на жертвеннике, то ложили себя в жертву и сыновья, и дочери отцов наших. Моей жены тоже отец, он просидел 2 срока за имя Бога. В общей сложности он просидел 15 лет. Был сослан тоже в Казахстан, и там и умер. Ну, у меня, пожалуй, и все. Благодарим, брат Александр, за свидетельство. Пожалуйста, братья, пение не стучите в окошечко, пташечко. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах и страждущих, как и сами находитесь в теле. Узники Христовы за верность были, есть и будут. Об одном из них, жизнь которой закончилась в тюремной камере, наше пение.
Одиноко, холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись же, о, пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное я обрету. Не стучи. Сейчас, друзья, будет служение хора. И после служения хора мы рады, что на нашем общении присутствуют братья-гости Союза бывшего. Будет участие словом брат Павел Ситковский. Он поделится словом на нашем общении. В нем все народы с радостью чистой служите пред Его лицом с хвалой. Славьте Творца и возрадуйтесь в нем все народы, ближе к Творцу все народы с хвалой и псалмом.
пред его лицом спала. Славьте Творца и возрадуйтесь в нем все народы. Ближе к Творцу все народы с хвалой и псалмом. Дорогие братья и сестры, я вас от имени Совета Церквей сердечно поздравляю с юбилеем и приветствую любовью Господа Иисуса Христа. Я прочитаю полстиха с книги «Притчи Соломона», 29 глава, 2 стих, 1 полустишье. Когда умножаются праведники, веселится народ. Дорогие братья и сестры, мы сегодня собрались вместе, чтобы порадоваться и повеселиться. Слово «веселье» немножечко для нас непривычное. Но непривычно только потому, что мы свидетели, как веселятся люди мира сего. Это жутко, и как будто бы и слово нам уже неприемлемо, но это неправильно. Слово это хорошее, и мы собрались, чтобы радоваться и веселиться. И хотим прославить Господа нашего за милости Его, за победы Его, о которых мы уже слышали и еще будем слушать, потому что общение наше продолжается. Вот передо мной текст висит. Псалом 125, 3 стих. «Велико сотворил нам Господь, мы радовались». У нас есть причины для радости. Самая большая причина для радости. Господь Иисус апостолам своим когда-то сказал, они когда возвращались после евангелизационной работы и с торжеством таким говорят: «Господи, об имени Твоем и бесы повинуются». А он говорит: не этому радуйтесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Это самая большая причина радости, когда мы спасенные, когда мы прощенные, когда мы оправданы Господом Иисусом и знаем, что имя мое записано в книгу жизни. И когда закончится наша земная жизнь, каждый из нас будет на небесах. Это главная причина для радости. У нас много причин для печали, скорбей и переживаний. Но причина для радости больше, и поэтому все скорби меркнут по сравнению с радостью, которую мы имеем в Духе Святом. Имена наши написаны на небесах. Кроме этой радости, еще вот радость, когда великое сотворил Господь, и мы радовались. Это уже здесь, на земле, мы свидетели.
Брат Григорий Иванович напоминал библейскую историю, как Бог вывел народ израильский из Египта. И это было чудесами Божьими. Что такое чудо? Мы живем с вами в мире, где все происходит по определенным закономерностям. Эти закономерности Бог учредил, Бог определил. Но Бог силен и сделать вопреки закономерностей. Ну, допустим, когда мы становимся ногами на воду, мы тонем. Это закономерно. Но вопреки этой закономерности Господь пошел, и Петру сказал, иди, Петр пошел. Вот все, что происходит вопреки закономерности, это чудо. И Господь наш много делает чудес, потому что Ему все подсильно, все подвластно. Он и закономерности учредил, это для нас Он учредил закономерности. А Сам Он силен делать и не подчиняясь этим закономерностям. Поэтому наш Бог творящий чудеса. И вот брат Григорий Иванович напоминал, когда воды расступились по левую и по правую сторону, и народ израильский пошел по суше. Конечно, это против закономерности. Это чудо было. Но вот еще одно чудо хочу напомнить с народом израильским. 40 лет путешествия по пустыне, и обувь не рвалась. Это закономерно или это чудо? Конечно, это чудо. Особенно мы многодетные понимаем, да? Деткам сколько ни покупай, и уже из гуманитарки получаем обувь. И все равно, как на огне все горит, правда? А что там за дети у израильтян были? 40 лет ходят, а сандали целые и целые. Это чудо было. А какое из этих чудес больше? Что по черному, по дну моря прошли, как по суше, или что сандали не рвались 40 лет? Какое больше чудо? Я думаю, что одно и другое – это сверхъестественное, это чудо. Но одно чудо ярко видно, вот только произошло, и люди увидели. Люди в умилении перед могуществом Божьим, Бог чудеса творит. А другое чудо не сразу увидели. Ну так вот я в человеческом своем воображении представляю. Год идут, два идут, а может быть только на третий год кто-то обратил внимание. Глянь, сандали не рвутся. И другой, и третий, правда. Или мы аккуратные такие. А там же не по асфальту ходят, как в Америке. Это пустыня. И камни, и пески. А сандали не рвутся. Через 5 лет опять обращают внимание, я смотрю, уже 5 лет не рвутся. А потом 25, а потом 35, 40 лет. А сандали не рвутся. Тогда отмечают, да это же чудо. Братья и сестры, то, что произошло в нашем братстве, ну, простите, это мой личный такой вот вывод. Чудо не меньше, чем народ израильский прошел через Черное море. Чудо не меньше, чем 40 лет Бог питал народ в Израиле. Каждое утро манна опускалась на землю, и народ был сытый 40 лет. Это большое чудо. И мы с вами вошли в большое чудо, что Церковь Христова не просто выжила, как одного брата освобождали, вот когда пришла перестройка, в 88 году освободили уже последнего узника. И когда освобождали, ну, по-разному освобождали. Вот один брат, который отбыл много лет уже в узах, начальник зоны грозился, что ты не выйдешь живым, мы сгноим тебя. А потом лично должен был ему объявить, что ты идешь на свободу. И вот уже брат с вещами, которые у него там были, выходит, он его провожает, начальник зоны, и говорит, конечно, вы выиграли. А брат говорит, нет, мы не играли. Мы победили. Пожал плечами начальник зоны, говорит, может быть и так. Мы победили. Да, но это не мы были. Божье присутствие, Божья сила, Господь победил. В связи с этим хочется рассказать пример такой, который Михаил Иванович Хорев рассказывал. Вот сегодня стих кто-то из братьев рассказывал, как в 66-м году делегация в Москву ездили ходатайствовать об узниках, о страдальцах. А после братьев направили узнать о судьбе делегации.
И среди этих братьев был и Михаил Иванович. Делегацию уж арестовали, когда пошли братья узнать о судьбе, и братьев арестовали. И Михаил Иванович попадает в Лефортовскую тюрьму. Это тюрьма КГБ. И вот на него завели уголовное дело, ведется следствие. И следователь, женщина, и говорит, такая коварная женщина. Михаил Иванович говорит, я сразу объявил, что я с вами разговаривать не буду. И его, когда конвой приводит, он садится и ни на один вопрос ей не отвечает. Она ему задает, бывает, и 50 вопросов задает, что-то там пишет, а он молчит, он не разговаривает с ней. Но он говорит, я понимаю, что они иногда задают вопросы, и даже по моей реакции, по глазам, по мышцам на лице, они что-то читают. Я, понимая это, старался даже не вникать в вопросы, которые она задает, а цитирую молитву «Отче наш» или просто молюсь Господу, чтобы и вопросы, не вникать в ее вопросы. Итак, следствие продолжается, она вызывает, что-то спрашивает, он молчит, вот так идет следствие. И вот однажды опять конвой приводит в кабинет следователя, эта женщина с такой злобной улыбкой встречает его, говорит, «Хорев, у меня для тебя новость есть». Новость, которая выбьет тебя с колеи. Вот какая новость. Арестовали Крючкова. И теперь вот за стеной такой-то следователь ведет допрос к Крючкову. Ну, Михаил Иванович, я как всегда молчу. Она говорит, что молчишь? А я знаю, почему ты молчишь. Тебе сказать нечего. А что ты теперь можешь сказать? Да если вам дать сейчас свидание с Крючковым, и вам и друг другу не найдется, что сказать. Потому что... Конец вашему братству, конец вашему движению. Все, Крючков в тюрьме, и все закончилось. Ну, когда она так сказала, Михаил Иванович говорит, я решил говорить. Я говорю, да нет, ошибаетесь. Если бы мне дали свидание сейчас с Крючковым, я нашел бы, что ему сказать. И даже я знаю, что он мне сказал бы. А эта женщина говорит... Мне просто как женщине любопытно. Ну ладно, что ты ему скажешь, ты знаешь. А откуда ты знаешь, что тебе он скажет? А Михаил Иванович говорит, скажу. Если бы сейчас нам дали свидание, я бы, увидев его, сказал бы, Геннадий Константинович, Христос воскрес! А он бы мне сказал, воистину воскрес! А раз Христос воскрес, не конец нашему движению. Не конец нашему братству. Церковь будет жить и побеждать, потому что Христос воскрес, и мы вошли в победу Его. И если бы вы мне сегодня сказали, что арестовали Иисуса Христа, и завтра Его на Красной площади будут распинать, вот это вы меня выбили с колеи. Вот это б я в отчаяние пришел. Но Христос воскресший на небесах, и вы туда не дотянетесь. А значит, не конец церкви и не конец пробуждению, потому что Христос воскресший на небесах. Говорит, у нее от злости лицо исказилось, и она сквозь зубы говорит, да, стрелять таких надо. Братья и сестры, и стреляли, и вешали, и в тюрьмы бросали, а церковь победила. Почему? Не наша это заслуга. Когда-то Геннадий Константинович на одном из съездов сказал такие слова. «Дорогие братья, нам нужно больше всего заботиться о том, чтобы обеспечить Бога присутствие, чтобы Иисус с нами был. И если Он будет с нами, победа гарантирована. И если нам навяжут маленькую войну, мы одержим маленькую победу. Если нам навяжут большую войну, мы одержим большую победу, потому что Христос победитель, а мы вошли в победу Его». Братья и сестры, в этом наша радость, что Христос победил. И Христос, творящий чудеса, Бог наш. Ну и еще радость, о которой я прочитал. Когда умножаются праведники. Братья и сестры, как нас много, правда? На протяжении всей истории нашего братства ни один год не было, что в этом году стало меньше членов церкви, чем было в прошлом году. Ни разу так не было. В каждый год все больше и больше и больше. На сегодняшний день у нас в братстве 70 тысяч
членов церкви, 45 тысяч детей. Это удивительно, нам радостно от этого, мы веселимся, потому что праведники умножаются. Это заслуга Господа нашего. Дорогие братья и сестры, конечно, у нас сегодня историческое общение, поэтому много историй звучит. Это тоже в назидание, но на других общениях мы по-другому проповедуем. А сегодня и имена звучат, и истории звучат. Я тоже хочу сделать кратко исторический обзор. Но хочу сказать вот такую мысль. Народ израильский из Египта вывел Бог. В этом никто не сомневается. Но когда мы говорим о выходе, очень часто звучит несколько имен. Ну, чаще всего два имени. Моисей и Аарон. Вот эти имена звучат. И они по пустыне идут, и с этими личностями мы вновь и вновь встречаемся, проповедуем о них, помним их. Почему так? Ведь Бог вывел, и в этом нет сомнения. Ну как бы Моисей раздвинул воды Черного моря? Ну как бы Моисей прокормил 40 лет в пустыне? Конечно, это сделал Господь. И пробуждение в нашей стране, которое потом распространилось уже и на весь мир, сделал Бог, не иначе. Но когда мы об этом говорим, невольно часто звучит имя Геннадий Константинович, ну и несколько других имен, ярких таких, выдающихся имен. И это по праву. И по-другому быть не может. Ведь Господь Иисус нашел Моисея, человека, через которого Он смог действовать. И в наше время, то есть 50 лет назад, Бог нашел человека, необычного человека. Когда Геннадий Константинович еще был жив на земле, ну, как-то об этом более сдержанно говорили, потому что он еще среди нас. Ну, как-то, может быть, не очень хорошо это, потому что все-таки сказано, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. А сегодня мы можем уже без оглядки об этом говорить. Это необычный человек. Это человек, которого нашел Бог и употребил в своем могуществе. Бог употребил Геннадия Константиновича, и он сделал большой вклад в дело пробуждения. 10 лет назад, на 40-летие, юбилей 40-летия был, меня пригласили в Западную Украину принять участие в общении. Говорил я проповедь, после этого приходит записочка. Ну, тоже так много было людей, может быть, зарегистрированных общин тоже были. Но записка такого содержания. «Братья, скажите, что вы сегодня празднуете?» Ведь 40 лет назад произошло разделение в русско-баптистском братстве. И это вы называете праздником разделения. Я, отвечая на эту записку, сказал так. Нет, братья и сестры, мы не радуемся разделению. Мы не разделение празднуем. Мы знаем, что произошло разделение. Мы и до сих пор еще скорбим о том, что разделение произошло. Мы радуемся пробуждению, что Бог дал победу церкви, и атеизм не задушил церковь. Вот чему радуемся. А о том, что не все пошли путем пробуждения и остались в рабстве, об этом мы скорбим. И теперь сегодня 50 лет прошло, но у нас есть даже и пост, и молитва один раз в месяц, когда мы постимся о братьях и сестрах в зарегистрированных общинах, и мы скорбим о том, что они там. Но, несмотря на это, все-таки Бог явил свое могущество, и мы празднуем пробуждение. Ну, а теперь я хочу сделать краткий обзор исторический. Когда в 17 году была революция и победили большевики, и в ближайшее время установилась молодая советская власть, тогда нужно было сделать правительству молодому огромную работу. То есть старое государство было разрушено, а теперь строить новое, совсем другое. Это не маленькая работа. Государство на ноги поставить. И, конечно же, было составлено много разных программ, как строить новое государство. Эти программы разбирать, оно нам совсем не нужно.
Это политика. Но среди этих программ была еще программа, которая нас касается. Одна из тысяч, может быть, или сотен. В программу нового правительства входило «Построим общество безбожников». Тогда, в самом начале, об этом в открытую сразу не говорили. Чуть позже открыто стали говорить. Но тогда, в самом начале, это было уже заложено в программу. Для чего? Почему захотелось молодой власти именно такое общество строить, чтобы не было церквей, общества безбожников? Объясняется это вот чем. У молодой власти была цель, политическая цель. Об этом я и говорить не хочу. Но они знали, что достигнуть этой цели они смогут только тогда, если общество, которым они будут руководить, будет выполнять все их приказания беспрекословно. Если нужно убивать, будут убивать. Нужно вешать, будут вешать. Идти по головам, пойдут по головам. Но приказания партии будут выполнять беспрекословно. И молодая власть знали, что верующие люди такими не будут. Они не пойдут на то, чтобы идти по головам. Они не будут убивать и уничтожать. И поэтому от таких людей надо избавиться, иначе мы не достигнем своих целей. Нужно построить общество безбожников. А у нас, у верующих, да, мы власть признаем, и так положено, всякая душа да будет покорна высшим властям по гражданским вопросам, но не по духовным. А когда касается нарушения заповедей Господних, тогда христиане отвечают так: «Умру, но заповеди Господни нарушать не буду». Конечно, с такими им не по пути. Им нужно другой народ, им нужно другое общество. Им нужно общество безбожников. И первая программа была, как достичь общества безбожников. Нужно путем убеждения убедить людей. Люди малограмотные. И их надо просто убедить, что человек произошел от обезьяны. Что Бога нет, вечности нет, загробной жизни нет. И поэтому не стоит молиться Богу и Библию читать, и знать заповеди Господни. И они думали, что они быстро и легко справятся с этой задачей. Сразу же обучили лекторов-атеистов и разослали по всей стране проводить лекции атеистические. То есть, чтобы убедить темный, неграмотный народ о том, что человек произошел от обезьяны. Но прошло несколько лет, и они увидели, что у них ничего не получилось. Верующих в 20-е годы увеличилось в несколько раз в стране. Они тогда поняли, что такой метод не будет иметь успеха. В 29-м году выходит законодательство о религиозных культах. Путем этого законодательства они узаконили руководство жизнью церкви, чтобы руководили уполномоченные по делам религии. То есть теперь, чтобы руководство церкви в лице уполномоченного заинтересовано на умерщвление веры, на умерщвление церквей. И таким образом они думали, ну теперь мы достигнем своей цели. И стали руководить уполномоченные. Конечно, во всех деталях нет времени сегодня сказать. Но к 1933 году они убедились, что и это не быстрый путь, а может быть даже и безуспешный. И тогда приходит к крайней мере. Объявляют пятилетку безбожия с 1933 по 1938 годы. И поручают нескольким структурам достичь этой цели. А партия тогда приучала так. Приказание партии выполнить любой ценой и вовремя отчитаться. И главным исполнителем этого приказания получились спецслужбы. Ну, в одно время эти спецслужбы назывались МГБ, потом НКВД, потом КГБ, а сейчас вот уже в каждой стране по-своему называются.
И говоря о спецслужбах, я, может быть, скажу иногда спецслужбы, иногда скажу словом КГБ, потому что когда мы росли, тогда оно называлось КГБ. И вот КГБ получился теперь основной исполнитель этой программы. Я хочу отметить вот такую мысль, что это было преступление со стороны правительства против своего народа. Потому что структуры, которые занимались гражданами, это прокуратура, это милиция, это уполномоченные, это структуры, их назначение заниматься гражданами. А спецслужбы, как КГБ, ну или тогда НКВД, они должны были заниматься безопасностью государства, то есть внешними врагами. Не их дело заниматься гражданами. Но так как эта структура, то есть КГБ, самая сильная структура была, то именно им поручили возглавить эту работу. Это было преступление со стороны правительства. Но тем не менее, они получили приказание и стали работать. Проходят годы, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й. Остается полтора года, а верующих много. Что делать? В 38-м году КГБ должны отчитаться перед партией. Ваша задача выполнена, верующих больше нет. И начались 37-й и 38-й годы. Это мрачные годы в истории русского народа. Мои родители жили в городе Шахтах в это время, в 30-е годы. И вот они рассказывали, город Шахты, Ростовской области. В 37-м и 38-м году за это время арестовали 150 братьев только в одном городе, только в одной церкви, из которых двое вернулись, а 148 расстреляли. О том, что их расстреляли, узнали только теперь, когда открылись секретные архивы КГБ. И притом расстреливали, это вот теперь уже известно. От ареста до расстрела проходила одна неделя. И расстреляли всех братьев. Молитвенные дома закрыли, а женщин и детей разогнали так, что они перестали собираться. И все. В 38-м году уже КГБ доложили. Верующих уже нету. Но это стоило в стране миллионы душ, миллионы братьев и сестер, которые пошли на расстрел, и теперь они доложили, верующих в стране нету. Ну, тогда они оставили только 4 молитвенных дома, ну, как бы для иностранцев, что у нас свобода, пожалуйста, вот собираются верующие, то есть молитвенные дома есть, но верующих у нас уже нету. Мы достигли такого вот уровня, что верующих уже нету. Ну, то есть в скорости грянула война, и правительству теперь уже стало не до верующих, не до церкви. Все силы были сосредоточены на войну. Я опускаю подробности, думаю, что вы знаете их, ну и время у нас на это нет, что во время войны был создан Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Он вначале назывался Евангельских христиан и баптистов, а потом союз и убрали, Евангельских христиан-баптистов. Организовали этот духовный центр по приказанию властей. Причины нет времени об этом останавливаться. Но теперь несколько слов обстановка в церквах в 50-е годы, то есть послевоенное время. Церкви опять умножились. Почему? У нас в Украине есть поговорка такая на украинском языке. Если нужно будет, потом переведу на русский. Звучит так. «Як тревога, то и до Бога». То есть так мы люди устроены, когда трудности, скорби, переживания, душа к Богу тянется, молиться начинают. Так получилось и во время войны. Вот эти жены и матери, и дети, которых разогнали, мужей расстреляли до войны. Но во время войны потянулись опять к Богу, потянулись и люди, которые были неверующими, молиться стали. И церкви умножились, и опять в 50-е годы большие церкви. Но когда закончилась война, власти от своей идеи построить общество безбожников не отступили. Григорий Иванович напоминал об этом, что Хрущев обещал, что в 64-м году покажу последнего верующего по телевизору, а в 80-м году обещали уже сделать коммунизм. Такие были планы. И вдруг
61 год, и у них все рухнуло. Как рухнуло? Почему они планировали? Вы знаете, Хрущев-то правитель был, он не просто слова на ветер бросал. Он знал программу, он видел, и перед ним отчитывались, как работают вот эти структуры по уничтожению церкви. И они видели, что уже скоро, совсем несколько шагов осталось, потому что в это время власти полностью управляли внутрицерковной жизнью. Служители большинства церквей подчинились властям. Кто выгонял детей из собрания? Вот стоял на двери и не пускал. Служители. Кто направлял молодежь христианскую и говорили: молодежь, вы не должны быть с узкими взглядами, вам нужно в кинотеатры идти, вам нужно на танцы идти, вам нужно женихов искать и выходить за неверующих. Откуда ты знаешь, жена, что не приобретешь мужа твоего? Даже местописания пытались подставить в основание. Это служители делали. Ну, конечно же, под диктовку безбожных вот, руководителей, но это делали служители. То есть служители, дорожа своей жизнью, сломились. И теперь уже под диктовку безбожников это делали руками служителей. Но находились и те служители, которые в 50-е годы не подчинялись. Тогда искусственно власти делили братство вот таким образом. Забирали регистрацию. И в то время мышление у людей было такое: если власти заберут регистрацию, это что-то страшное произошло. Без регистрации не имеем права собираться, без регистрации не имеем права быть как церковь. И регистрированным приказали с церквами без регистрации не общаться, литературу им не посылать, никаких общений, никаких контактов. Эта церковь должна быть в изоляции. И таким образом уполномоченный регулировал вопросы. Какая церковь будет в братстве, какая не будет. Если забрал регистрацию, это означало, что эта церковь выходит автоматически из братства. И вот такие многие рычаги управления уполномоченные имели в своих руках. Поэтому в первом воззвании инициативная группа такой вот пункт поместила. Должно быть равенство между зарегистрированными и незарегистрированными общинами. То есть, другими словами, чтобы вот это искусственное разделение не делал уполномоченный. Это дело неуполномоченного, кому быть в братстве, кому не быть. Правда, эту фразу потом, позже, автономные использовали не по назначению. Говорили: ну как, Совет Церкви сам же, вот, будучи инициативной группой, говорили, что регистрированные и нерегистрированные должны быть на равных, а теперь вы делите регистрированных и нерегистрированных. Но это было, маневр нечестный. Thank you.